Лето для школьников началось с замечательной солнечной погоды и спортивных мероприятий. Для ребят, которые посещают лагерь во дворце спорта «Старт», были организованы веселые состязания. Эти веселые старты уже стали традиционным началом первой смены лагеря. Тем более сегодня День защиты детей, и мы посвящаем эти соревнования этому дню. 5 команд боролись за первое место. Им нужно было пройти 7 испытаний. Некоторые из них – это бег на скорость, гонки в парах. И еще одним из этапов было надеть как можно быстрее одежду на члена своей команды. Ребята были в восторге. Соревнования, конечно, классные, но когда бегаешь и останавливаешься неудачно, как бы, мне нравится, конечно. Вот я победила, все хорошо. Нравится тебе вообще соревнования? Да. Чем они тебе нравятся? Ну, мне нравится бегать, шарики ловить. Пока ребята соревновались в эстафете, на площади первооткрывателей для детей устроили настоящее представление. Энергичные танцы, задорные шутки и веселые игры. Танцуем! А в пожарной части номер 71 сегодня не совсем обычный день. Для детей здесь организовали экскурсию. У нас сегодня прошла необычная экскурсия, так скажем, показательная. Мы сегодня пригласили в гости детей своих сотрудников. Было очень приятно видеть, что у нас столько детей пришло, сотрудников наших пожарных, которые сегодня воочию познакомились с профессией своих мам и пап. Для детей была составлена мини-программа. В нее входила экскурсия по зданию. Дети даже могли посидеть в настоящей пожарной машине, немного порулить, а также им предоставилась возможность пускать пену и воду из специального шланга. Эмоции переполняли детей. Я хорошо провела день детей. Мне очень понравилось, когда мы стреляли из шланга пеной. На машине лазать больше нравится. Что тебе в машинке там больше всего понравилось? Гулять и ходить. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Пожарником. Завершили свою экскурсию дети на заднем дворе части. Они мелками украсили асфальт яркими рисунками. Целый день для детей работал парк аттракционов, проводились экскурсии в музее. Вечером на стадионе «Нефтяник» для самых маленьких у райцев были организованы гонки на талокарах. А завершился день концертной программой в культурно-досуговом центре «Нефтяник». Ольга Истомина, Александр Усков. Специально для новостей.